Земля для многодетных семей. Нужна ли такая господдержка или подобные меры не слишком действенны? Ответить на этот вопрос предложили самим гражданам. Опросить жителей республики на земельную тему решили в Минимуществе Чувашии. Чтобы выразить свое мнение, нужно зайти на официальный сайт ведомства и принять участие в опросе. Вопрос звучит следующим образом. Согласны ли вы, что безвозмездное предоставление земельных участков многодетным семьям – действенная мера государственной поддержки? Вариантов ответов несколько. От безоговорочного «конечно, да» до категоричного «нет». Отвечать можно до 10 сентября. На данный момент проголосовали уже десятки жителей региона. Пока лидирует мнение о эффективности такой поддержки. Ну а тем, кто многодетным родителем пока не является, в Минимуществе предложили представить себя в этой роли и ответить на еще один вопрос. Если бы ваша семья была многодетной и вы жили в городе, согласились бы вы взять землю в сельской местности? Здесь наибольшее количество голосов пока собрал ответ «да, но только в ближайшем городу-районе».